Услышав эту новость, заплакала вся Россия. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, чтобы завтра утром не пропустить продолжение этого выпуска. Родственники всем известного российского артиста-юмориста Геннадия Ветрова сегодня рано утром заставили артиста обратиться к медикам за помощью. Оказывается, несколько дней Геннадий Ветров находится у себя в квартире и практически не может встать. Его сильно болят ноги. Сегодня утром он обратился к медикам за медицинской помощью. После осмотра было принято решение о его срочной госпитализации. До скорой встречи, друзья. Завтра утром на нашем канале продолжение этого выпуска.